В Родинском районе впервые собрали настоящий школьный капустник. Так называется ежегодная встреча участников молодежного движения «Школа жизни». «Школа жизни» объединяет алтайских школьников, студентов, родителей и педагогов. В этом году движению исполнилось 10 лет. Организаторы сравнивают «Школу жизни» с пионерией. В движении только активные дети из 20 районов края. Кстати, «Школа жизни» стала лучшим социальным проектом форума «Алтай. Точки роста». На ежегодном капустнике школьники Алтая сразились в КВН. По итогам игры третье место завоевала Новичихинская средняя школа, второе – Солоновская и Родинская. Кубок школьного капустника отправился в Благовещенский район. Команда «Настоящий праздник» покорила жюри оригинальным юмором и желанием победить. Мы готовились очень долго, больше 2 месяцев, мне кажется. К этому капустнику, ну раньше мы ездили сюда, тоже на капустник в 2014 году, тогда мы проиграли. Я готовился к этому капустнику 2 года, я готовил себя, я очень ждал этот капустник.